Аплодисменты этой команде. Давайте погромче находим. Друзья, хочу напомнить, что 4 декабря в ДК «Пролетарка» 18:30 пройдет финал Лиги Верхневолжья, где примет участие наша политеховская сборная СТП. Друзья, обязательно приходите, поддержите, потому что ребятам очень нужна ваша поддержка. Да, и мне тоже. Дальше. И следующими на эту сцену выйдет команда «Бэнк Фитнес», факультет информационных технологий. Здравствуйте, дорогие зрители! На сцене для вас выступает команда «Бэнк Фитнес». И мы, как обычно, не задерживаем вас. Раз, два, начали! Ну а мы начинаем, и у нас чрезвычайная ситуация. Алло, пожарные! Алло, пожар, я горю! Что? Секс по телефону? Ну да, я горю. Ну а мы продолжаем, и у нас очень хороший диджей работает в ночном клубе. Охрана, извините, а нам-то можно войти? Да, конечно. С 2013 года девушки, не родившие до 23 лет, обязаны пройти военную службу в армии. И у нас лучше в женском военкомате. Следующее. Говорила мне мама, выпускной, такой хороший шанс. Двигаемся дальше. И у нас, выпускник технического университета устраивается на работу в АвтоВАЗ. Здравствуйте, меня зовут Илья. Я хотел поступить к вам на работу. Вот мой резюме. Ну, в целом, хорошо, вы нам подходите. Только знаете, вам нужно будет адаптироваться под наше производство. Ну ничего, мы отдадим вас в нужные руки, и все будет хорошо. Сергей Иванович! Я его слепил из того. Друзья, а сейчас представьте, участники СТП перед репетицией. Стас, смотри, на подслушанном написано, Шевченко такой классный. Погоди, это ты что ли пишешь? Я же, это ты серьезно классный? Ай, спасибо, Стасян. Я про тебя сейчас тоже что-нибудь напишу. Так, все залипают по Станиславцу. Спасибо, ты же классный. Репетиции 5 минут, погнали! Что-то Лёха сегодня злой. Да вообще. А давай про него тоже что-нибудь напишем. Селиванов такой няшка. Многим из вас известно, что домовой часто становится похож на хозяина помещения. И у нас именно такой случай. Пацаны, сейчас КВНчик порепетируем. Что случилось? Что ж делать-то?
деле рассматривают жалобу Жеки. И сейчас мы раскроем вам этот секрет. Скажите, пожалуйста, почему мне отключили горячую воду? А какой у вас адрес? Улица Ленина, дом 40. Хорошо, мы рассмотрим вашу проблему. Спасибо. Улица Ленина, дом 40. Отключить всю воду! Леонид Аркадьевич Губович возвращается домой по темному переулку. Опа, мужик, давай вытаскивай все из карманов. И вам предоставляется право на два кармана. Два кармана в студию! Какой выбираете? Правый, левый, левый, правый. Так, не буду меня. Хорошо, 100 рублей. Че? 200. Выращивай карманы. Так, я вам предлагал 300 рублей, вы отказались. Верно? Верно. Хорошо, держите ваш приз. Ну что здесь у тебя? А почему вы не сказали, что приехали не один? Иди сюда, остановись. Как тебя зовут? Никита. Это твой дядя? Мужик, ты что меня здесь гонишь, а? Коллекционная заточка. Я прав? В музей! Капитан Шоу, поле чудес! А потом к мне прикройте! Друзья, фитнес название спортивное, поэтому закончить мы бы хотели тоже по-спортивному. 3, 4, закончили! С вами была команда Бэр Фитнес, спасибо! И в конце обязательно устроим конкурс, кто посчитал, сколько тут человек стояло в линейке. В конце можно будет ответить и получить обязательный приз. Ну что ж, двигаемся дальше. Участник следующей команды уже появлялся на этой сцене. Неожиданно, что они вообще заявились на этот фестиваль, но все-таки мы их рады видеть. Они когда-то были студентами Тверского государственного технического университета. Но я думаю, что они сами о себе все расскажут. Так, встречайте, команда КВН, бывшая сборная.